Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. И сегодня мы понаваливаем на 21.09. Как говорится, теория теорией. Нужно показать вам на практике, как едут эти двигателя, мои машины, как это все дело. Сейчас мы выйдем, понаваливаем. Кто недавно смотрит меня, расскажу, что здесь это моя 21.09. Двигатель 8-клапанный с запиленной головкой блока на карбюраторе Megasolix 3030 с параллельным открытием. Также, чтобы было вам более понятно, у меня здесь стоит система сброса выхлопных газов. Что это такое? У меня стоит паук 4.1 и сразу за пауком стоит дроссельная заслонка. Когда я езжу просто, она закрыта и выхлопные газы идут по стандартному выхлопу, а когда мне нужно понаваливать, я ее открываю, то есть выхлопные газы идут сразу из паука в атмосферу. То есть, сейчас мы выйдем, покатаемся, выйдем немного за населенный пункт, и там уже как бы более сильно навалим. Я сразу сейчас систему открою, то есть изначально машина уже будет работать громко. То есть там, когда надо будет, мы ее закроем. То есть сама по себе эта система на стандартном двигателе ничего не дает. А когда у вас уже двигатель прилично заряженный, тогда ему на высоких оборотах легче дышать. Что, поехали. Спорт в режиме наваливать.
Вот так. Можно наваливать на восьмиклапаннике с запильной головой и мегасоликсом 3030 с параллельным открытием. Если вам интересны видео вот такого формата, то есть пишите в комментариях, и я буду снимать больше таких видео. То есть, всем спасибо за внимание, всем до свидания.